мы сейчас умрем. Фу, вот это я хорошенечко поработал месяцочек, накопил себе 2 миллиона и апнул 6-й уровень. Сегодня я планирую себе купить новую тачку, ведь не зря я каждый день копил бабки. Это была самая сложная работа в моей жизни. Курьер-подработка, да. Найс. Итак, садимся на своего железного коня. Как тебе басы? Что говоришь? Басы как? Басы? Какие басы? Ты что, ко мне клеишься? Нет, меня привлекают мужчины больше. Я транс! Ладно, все, чувака, мы спугнули. Все хорошо, к нам больше никто не клеится, и мы можем дальше двигаться по своим делам. Вы действительно хотите оплатить эвакуацию железный конь, да? Окей, да. Прыгаем на свой скутер и двигаемся до автосалона. F1, автосалоны, автосалон среднего класса показать на карте и поехали с тобой на меточку. Но для начала нам нужно с тобой завестись. Завести двигатель и поехали. Фу, как много жителей прибавилось в нашем городе. Это очень хорошо, людей становится все больше и больше. Итак, через 300 метров нам нужно повернуть налево. Я слышал, что здесь появилась эксклюзивная тачка, которую я собираюсь купить за donations. Ее можно разблокировать. Итак, ребята, паркуемся возле автосалона. Toyota, Toyota, Toyota Center, то, что нужно. О, боже мой! Нет! А! Больно! Ах! Здесь какой-то чувак пытается кого-то задавить. Ну ладно, у них там своя атмосфера, не буду в нее вмешиваться. Итак, ребятки, для того, чтобы разблокировать нам супер-классную тачку, о которой вы наверняка все слышали, черная молния, нам нужно с вами сделать вот такую вот штуку. Вот черная молния, она стоит 500 тысяч, и разблокировать ее можно с помощью вот такой вот нехитрой штуки. Нажимаем с тобой F4, выбираем с тобой подписка, выбираем с тобой Next Plus на 30 дней и покупаем за 1000 донейшена. Купить. Готово, вы успешно купили подписку на 30 дней. И теперь мы, конечно же, сможем с тобой разблокировать эту машину. Но для начала нужно вот так вот сделать. Заходим сюда. Ford Raptor, не то. Вот, черная молния. Какого цвета выбрать себе черную молнию? Черного цвета, красного цвета, желтого цвета или синего? Я предлагаю, черная молния должна быть черного цвета. Окей, покупаем 500 тысяч. Вау! Вот это я понимаю, бэйби! Слушай, это реально очень круто. Вау! Это просто что-то с чем-то, понимаете? Это Лада Калина. Шучу. И, конечно же, нам нужно с тобой затюнить эту точилу. Нам нужно с тобой поехать на тюнинг. Итак, выбираем с тобой F1, выбираем с тобой тюнинг и показать на карте. Итак, выдвигаемся с тобой на тюнинг. Тюнингов здесь достаточно много. Слышь, пошел отсюда. Кыш. Пошел отсюда. Пошел. Оу, фак! Нет, 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 нет! Я, кажется, врезался в копа! Нет, сматываемся! Он едет за мной! Тараньте его! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Черт, я же самый настоящий преступник! Я подрезал тачку полицейского! Фу! Так, поеду я, пожалуй, к ближайшей точечке. Ближайшая точка у нас через 600 метров. Ё-моё, нужно соблюдать правила дорожного движения. Я знаю, чуваки, я знаю. Ты сейчас просто смотришь на это все и тебе хочется плакать. Только купил себе черную молнию и тут же ее чуть не разбил. Хорошо, что я не Эдвард Билл и не разбил эту машину. Так, аккуратненько сокращаем путь. Уау! Нет! Вау! Вау! Фу, я не знал, что черная молния умеет такое. Это круто. Так, через 200 метров подъезжаем с тобой прямо возле огромной горы. Вау. Выглядит эта гора, конечно, круто. Ай-яй-яй-яй-яй. Извини. Чё-чё-чё? Чё нужно? Пойдем выйдем один на один. Пойдем выйдем один на один. Пошел. Сам пошел. Прыгаем в точилу. Я почти доехал до автотюнинга. Все нормально. Меня опять чуть не убили. Итак, ОАО «Газпром». Нам нужно с тобой заехать как раз-таки вот на эту штучку. И немного заапгрейдиться. Вот совсем капельку. Переднее правое крыло. Что это такое? Замена двигателя? Стоп, это автосервис. Погодите, мне нужен тюнинг. Дай к тюнингу пройду. Да ё-моё, они стоят. Заняли. Никиты, подвиньтесь. Подвиньтесь. Так, альт, готово.
Итак, что мы с тобой будем прокачивать в нашей малышке? Мы с тобой купим себе более крутой движок, тюнинг электроники за 224 тысячи рублей. Мы с тобой богатые, мы можем себе это позволить. Идем дальше. Закинули это в корзину. Давай мы с тобой еще фары сделаем какие-нибудь все-таки необычные. Давай сделаем себе красные фары, такого, знаешь, прям темно-красного цвета. Будет выглядеть, мне кажется, очень бомбически. Гидравлику установим за 140 тысяч. Ну, типа, почему бы и нет. И кузов немного затонируем на 100%. О, да, вот это я понимаю, темная тонировочка. Никто не будет знать, кто сидит в этой машине. Ну и тормоза нам тоже нужно немного подкачать. Трансмиссия полуспортивная, спортивная, гоночная. О, давай гоночную, почему нет? Купить, оплатить. 900 тысяч рублей отдали на прокачку нашей черной молнии. Ты слышал? Максим, здорово! Чё ты тут стоишь, а? Ты видишь, я дрифтую, а? Пацан! Максим, рад тебя снова видеть. Слышь, вышел из Это ты? Это я, да, привет. Это я, Полина Хлеб. Привет, Полина, это я, Максим Ватковский. Ты меня помнишь, Полин? Мы с тобой давно виделись, а ты куда пропала? Да, я отдыхала и работала. Смотри, ко мне машина теперь крутая, Полина. Воу! Полина. Аккуратно, ты что делаешь, а? Ты мне машину поцарапал. Блин, смотри, 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 смотри. А смотри, какие у меня номера красивые, розовые. ВАР 538, это вот в честь войны, да? God of War. Не знаю. Но они розовые, я смотри, а я покрасила. Слышь, ты достал меня, уезжай отсюда. Ты моя девочка. Полина, ты моя девочка. То есть ты моя девочка, Полина. Ты моя девочка, ребят. Да! Какой ужас, я просто поиспал, чуваки. Все, уезжайте, валите отсюда. Че ты себе за ведро купил, а? Максим. Что ты себе за ведро купила, Полина? Черная молния. Я не буду с тобой дружить. У меня лучше машина. Она что, летает? Да, пойдем прокачу. Давай. Прыгай, прыгай. Саша, ты с нами не поедешь. Быстрее, 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 вай. Смотри, что тачка может. Ой. Вот это безумный смех. Ты что, права купила, да, Полин? Нет, нет. Сама сдала. Какой ужас. У меня лучше машина. Тебе нравится моя машина, Полина? Да, машина была крутая. Смотри, что может эта тачка. У моего дедушки такая же была машина, как у тебя сейчас. Аккуратно! А почему ты не смеешься? Ты что, дурочка? Полина, Полина, а чем ты занималась, пока мы не виделись с тобой? Я работала курьером. Вот сейчас хочу немного, так сказать, подзаработать. Вот таким вот криминальным путем. Поэтому я хотела вступить в банду. Так нельзя ездить, вообще. Так нельзя ездить, Полина. Так нельзя ездить. Нормально ездить. Так нельзя ездить. Нас арестуют. Да, да, я знаю. Хорошо, сейчас все будет нормально. Надо по дорогам ездить. Я вообще-то не нарушаю никогда. Угу. Я Максим Ватковский. Ты меня помнишь, Полин? Да, помню, помню. Мы с тобой не виделись, я создала себе банду. А, так вот я и хотела вступить в банду. Все, вступай в мою банду, пожалуйста, только в мою банду. Давай, хорошо, давай. Ну, там есть как бы банда, а есть мой клан, ну там в банде. А что у тебя за банда, как называется? Да я тебе потом расскажу, когда приедем. Ну ты точно вступишь, ты не обманешь да, меня? Да, точно вступлю, не обману тебя. Да мне никто не хочет вступать в мой клан. Ты не туда едешь, Полина, Полина, Полина. Хорошо, Полина, 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 куда Полина, мне Полина, ехать? Полина, 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 Полина. Надо назад, назад, назад ехать. Едем, едем назад. А у меня репка облегчилась, хочешь, я машину починю? Давай, давай, почини машину, пожалуйста, а то она уже дымится. Все, держи. Вау, спасибо. Не за что. Так, ну что, а куда мне ехать, говори? Там надо сейчас прямо, надо в другой город. Ну это, я не могу всем, ну чтобы не услышал никто, пока мы тут едем, пока много людей, я не скажу, где эта банда, но надо прямо ехать. Хорошо, только не обмани меня, не убей в лесу. Не-не-не, я тебя не обману, ты же моя девушка, да, Полин? Да, все, или ты нет? Моя девушка, я всем пацанам, они не верят, что у меня вообще девушка есть, привет. Да я бы тоже не поверил. Я скучал, если честно, Полин. Ну как скучал? У меня вообще тут много девушек. Ты куда едешь, Полина, мы сейчас умрем. Там вода вообще-то, ты что, вообще меня не бережешь? Фу! Я чуть не обосрался. В смысле обосралась? Надо говорить. Ты же девочка, надо говорить обосралась. Да, прости, я это с приколом. Мы проехали, Полина, Полиночка, Полиночка, мы проехали поворот. Почему он так безумно смеется? Сейчас налево, сейчас налево, сейчас налево. Куда налево? Сейчас налево, налево.
налево, вот сюда? Налево. Прямо, прямо, прямо. Так прямо, это право. Это не лево, это право. В смысле, я вообще-то учил, где право, где лево. Хорошо, а теперь сейчас куда? Направо, 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 направо. А что это? Ты его знаешь? Павел какой-то едет. Ну он тоже, да, он тоже в нашей банде. Он, у них свой клан есть. Оу, щит! Куда? Вот что умеет черная молния! Все, никогда нельзя пускать девушек за руль, понятно? Давай я поведу, Полина, давай я поведу. Давай ты поведешь. Все, Полина, 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 думай, что я... Дал ключи. А, красава, Полина! Да, я умная. Я знаю, ты моя девушка, кстати. Нет, нет, ну это вряд ли. Почему? Ты же сказал, ты моя девушка. Да я пошутила, забей. Все, я тогда ты не вступаешь, панда, все, пока. Ну и ладно. Я пошутил. Да, я знаю, ты же шутник. Пранкер. Вот это шутка, да. Это круто, круто. В смысле, повторяю, я просто посмеялась. Блин, я забыл, где наша банда. Оу, щищ. Получается, ты меня все-таки завез в лес. Все, 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 ладно, я пошутил, я вспомнил. Фу, ты меня испугал. Это мои самолеты, кстати, вот стоят. Да, такие классные самолеты. Но ты криминальный гений. И кто после этого водить не умеет? Я специально так сделал, чё ты вредничаешь? Конечно, специально. Смотри, это наша У тебя база, просто это руки база, не с того блин. Места растут. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ого. Это наша база, смотри. Это спала, ваша база? Да, это я сам ее строил. Вау. Похоже чем-то на базу шаулинских монахов. Шаулинских монахов. А как мне вступить в вашу банду? Пацаны! Пацаны, здорово! Эй, тёлка! Она в банду к нам хочет вступить, прикиньте, пацаны. Всё, иди сюда. Да-да, хочу вступить. Всё, вступай. Я вступил в банду! Все, молодец, Полин! Теперь нам надо... На, у тебя есть телефон, Полин? Да, есть. У нас есть у банды приложение. Нажми... Открой это приложение, там есть у нас приложение такое, там дракон нарисован. И зайди в магазин, зайди и... Надо купить нам много пистолетов, нажимай, нажимай, макар, 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 корзин, корзин. Вы такую хуйню несёте, ёб... Так ты глупый! Уходи отсюда! Я тебе сейчас твои очки не слышу. Уходи отсюда, Детройт, ты плохой вообще, ты вообще в тебя не верю. Все, Полин, давай, поехали от них, они гопа, они больше не... Вы все уволены, вы не в нашей банде, понятно, понятно? Полиночка, Полиночка, пойдем. Мы тебя убьем. Ты запомнила его? Да. Все, ему капец. Боже, вы такие... Мы тебя убьем. Слышь, иди сюда, иди сюда. Уезжаем! Максим! Чё, чё, Полин? Надо им накостылять вообще-то! Доставай ствол! Эй, Дед Мороз! Слышь, Дед Мороз, а ну-ка выйди отсюда! Всё! Получил! Пацаны, не связывайтесь с нами, понятно? Теперь это наша банда! Валим, Полина, валим, Полиночка, Полина, Полина! Сейчас здесь будет замес! Не бейте мою девушку! Слышишь, слышишь, Максимка, Максимка, слышишь? Слышь, валите, это моя тёлка! Всё, нет, не приставайте к нам! Слышишь, подожди! За уклон подышь! Слышь, выйди из нашей машины, отчёк! Иначе мы тебя выкинем! Голос, мне страшно становится. Я сказал, выйди из нашей машины! Тебе чё, Ватковский Максим сказал, а? Ты чё, не понимаешь? Запомни меня, я Максим Ватковский, меня надо все бояться, понятно? Полина, где он? Я бью его! Полиночка, успокойтесь, я бью его! Стой, засранец! Ты, блин, Полина, ну помогай, что ты стоишь, а ты моя девочка или не моя? Полина, с той стороны! Мы как мужчины должны разобраться! Дама, разбирайтесь вдвоем! А чё ты бегаешь? Я подогнаю! Ты обретай! Давай, стреляй по нему! Ты мешаешься, я тебя сейчас поводу, Полина! Ой, ты достал, Полина, блин! Да ты достал, умри уже! Давай я сяду в машину! Потому что... Ты не выйдешь из этой машины! Хана тебе, дурачок! Взрывай его! Все, капец! Ты что, бессмертный? Я не пойму! Да, я бессмертный! Я админ! Все, я устал, идите в жопу!
жопу. Да, все. Просто стреляй по нему. Не нервничай. Главное, не делай глупостей. Все, я не хочу, я обиделся. Макс, не надо. Че ты не умираешь, ты достал? Все, Полин, уезжаем. Уезжаем. Погнали. Ты не знаешь, что вы это достал, Артем, дурак. Остановись, 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 Полин, остановись. Полина, стой. Он сошел с ума просто! Давай, бей меня, Полиночка, бей! Получил! Ты как его побила? Вот так вот! Тебя девчонка убила, ты лох! Любитель опустошать холодильники! Все, Полин, красава, ты молодец! Ты Сальдовина, ты моя девочка, такая боевая! Все, я его наказал! Красава! О, мы никуда не уедем. Фух, почини машину. А у меня еще один комплект есть. Давай, чини. Но только он последний, я хотел его для себя забрать. Поделись, пожалуйста. А что мне за это будет? Я не буду тебя убивать. Да ты меня не убьешь, у меня есть базука вообще-то. Ты видел у меня базуку? Никому не рассказал, что у меня базука есть, хорошо? Хорошо. Все, если ты никому не расскажешь, то я вот принял. Окей. У нас бензин кончается. Но это все из-за тебя, потому что ты ехал неправильно. Хочешь заправить или мне заправить? Ну, заправь, пожалуйста. Я же девочка, ладно, зачем мне тратить деньги? Ну ты мне потом отдашь? Отдам, да. Да, отдам деньги. Все, хорошо. Возможно. О, АО «Газпром». Это, кстати, хорошая заправка. Ты мне 1500 должна. Да? Йоу. Что это такое? Кто это? Че вам нужно? Все, Максим Ватковский попался. Думал, что ты от нас убежишь со своей. Что девушкой происходит, Максим? Че я сделал? Чё я сделал? Ребят, пацаны, опустите стволы, пожалуйста. Спокойно. Не надо ничего. Я не с ним, я не с ним. Она со мной. Он меня сюда специально завез. Спасибо, вы мне решили помочь, да? Ну что ж, ребята, новенькая серия по Next RP подходит к концу. Если вы хотите поиграть вместе со мной, вот вам специальный мой бонус-код. Вы сейчас его видите на экранах. На мне... И вот здесь вот, давайте мы с вами нажмем на вкладочку «Подробнее». Вот все, что дает этот бонус-код. Приглашенный игрок получит второй уровень. Игрок, который пригласил, получает 1000 баксов, но это чисто для меня, понимаете? Игрок, которого пригласили, получает 2000 долларов. Если вы хотите, чтобы серия вышла намного быстрее, обязательно используйте этот бонус-код, он мне очень сильно поможет. Ну а также напомню, что я играл на кавказском сервере NextRP. Присоединяйтесь и будьте крутыми чуваками. Ждите следующих серий, спасибо за просмотр. Пока! Playtime!